есть несколько вариантов презентации моей работы. То есть это галерейное пространство, это музеи, под открытым небом в том числе, и просто непосредственно улица, работа в городе. Вот. И у того, и у другого есть свои аспекты и свои какие-то положительные стороны. Например, вот в галерее «Свитер» я уже делала несколько работ. Там работу в большом зале, работу в подвале. Просто есть возможность работать в комфортных условиях. Ты можешь прийти и сделать то, что ты хочешь, потратить на это достаточно времени, прорисовать в мелочах и работать при этом в комфортных условиях, то есть не на улице. С другой стороны, работа на улице подразумевает совсем другие условия, она другого характера, но там другой, соответственно, другой зритель. То есть если в галерею люди приходят конкретно смотреть выставку, смотреть твои работы, то на улице не факт, что тебя заметят. Конечно, хорошо было бы и, наверное, заметят, но там... Если сюда люди приходят целенаправленно, и они хотят получить либо какое-то впечатление от искусства, либо у них есть какие-то ожидания, и они знают, куда идут, потому что как бы идут целенаправленно, то на улице это каждый встречный, это любой человек. И там работать, конечно, гораздо интереснее, потому что ты встречаешь какую-то реакцию. Самое интересное — это вот создание произведения на улице, потому что люди, которые проходят мимо, большая часть реагирует, конечно, положительно. Часть вовлекается в процесс, часть реагирует совершенно негативно, причем, ну, что бы ты ни делал, ты просто там есть, там начинаются претензии с серии «Фиолетовый цвет сатаны», «Ты здесь...» сатанизм пропагандируешь или еще что-нибудь. А при этом встречаются люди, которые... Мы как-то рисовали забор на улице Щерса, и водитель автобуса, каждый раз останавливаясь на остановке, приносил нам шоколадку и как-то участвовал в процессе, потому что ему действительно нравилось, что мы делаем, ему хотелось нас за это как-то поощрить, похвалить. Вот, и... При этом было, конечно, очень приятно, что наша работа и замечена, и в ней участвуют случайные, но очень приятные люди.